братан, я под свою песню качаюсь. Знаете, что этот фильтр? Не знаю, но я же вижу, и я вижу, что лично. Фильтр, потрясающий этот фильтр от Ольги Бузовой. Моя крестная флиртует с Владом Кадони. Вы посмотрите, друзья. Правда, все у вас хорошо. Пока. Наталья, вы все время ловите меня и задаете мне какие-то глупые вопросы. Давайте, хотите, я вам задам глупый вопрос? Куда-то любовь. Вы не можете не задать. А могу. А Наталья, вам сколько лет? 24. Все на мне хайп. 24. Знаете, это вот это хайпажоры. Хайпажоры собрались. Всегда 18. Друзья, к нам сегодня приехал Никитка Мак, бывший участник нашего проекта. Смотрите, видите? Теперь околачивают, как говорится, наши городские квартиры, чтобы только с ним пофотографировались. Все, кто уже... Ну что, друзья, а вот у нас пати, как говорится. Влад Кадони. Олечка, тебе привет от Влада. Оля, привет. Олечка, Оля, привет. Привет, с рождением ребенка. Оля, привет. Олюшка, привет. Это от всех, от нас тебе. Так, курчины. Ребят, всем большой привет. Сегодня приехал на свой любимый канал ТНТ. Вот такой у меня аутфит модный, дизайнерский. Это украшение, кстати, я сделал сам из 1000 булавок. Смотрите за новостями. Сегодня я блистаю во всех смыслах этого слова. Так, смотрите, кто здесь. Ребят, я как истинный нахлебник. Мой дружбан. Влад Кадони мне говорит, что я пиарюсь. На халявную колбасу приперся. Господи. Посмотри на меня, откуда у меня колбаса. Сколько во мне? 40 килограмм веса. А что это за... Это чтобы не сглазили, ты же знаешь. Он сам делал. На показ тебя пригласит. Слушайте, Кадони, как всегда, вот понимаете, пришел. Тебе надо тоже быть стилистом, Кадони. Да, конечно, надо. Вас похоже. Слушай, посмотри, как он одевается, да? Ты видел, как он одевается? Кошмар. Такая дубровка. Так, моя причесочка, лук-лучок. Но ты не хоть в зеркало посмотри, вот нормально. О, посмотрите. Это называется кривое зеркало. Кривое зеркало, Никита, ты потолстела. Ну, извините вы меня. Вы посмотрите на этого выиграла, модника. Поэтому теперь можешь проедать. Да, посмотрите я на этого курсе, модника. Я в курсе, что у вас комната Париж, да? Да. А я, кстати, совсем недавно был в Париже. Поэтому давайте лучше вот эти 100 тысяч, которые раз они похотел, выиграли, а мы Никита, их прогуляем. Раз, посмотри, богатый. Смотри, Картье, 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 Картье. Это не Картье, вот Картье. Вот, вот Никитка. Какие мы красивые. Это мы красивые или у тебя фильтр такой? Нет, это мы красивые, тут фильтра нет. Да хватит снимать всякую херню. Да что же это такое-то, а? Вы посмотрите на нет, ну ты поняла, потому что Влад стал красивым или что? Я всегда этот нормальный. А что за телефон? Короче, подожди, подожди. Ребят, мы не знаю, мы настолько здесь одичали, что новые технологии идут мимо нас просто. Это подожди, как делается, Дань? Это планшет? Это я не знаю, Марин, но явно как бы мы отставшие от жизни. Я в шоке. Ну-ка закрой. Опа. Мобил. Мобилейшн. А как он легкий такой? Бомба, да? 33 камеры. Бомба. А как он фоткает? Вот так надо раскрыть? Очень крутой. А камера обалдеть. Нормальная? Фу. Реально мы тут как с гор спустились. Да, мы с гор спустились. О, телефон. Собрали с собой сегодня Баняшу на шоу. Готовимся. Опа. Доброе утро, Владик. Ты здесь ночевал? Здесь ночевал? Но судя по тому, как ты выглядишь, ночевал здесь. Прекрасно. Утро, кофе, все дела. Ашер, привет, мой дорогой. Ром, скажи, пожалуйста, почему в своих сторисах ты все время бьешь людей? Потому что это приносит мне максимальное удовольствие. Надо попробовать! Прекрасно. Чисто Рома Барбер подъехал. Тут смотри, один полевоин у тебя седой. Оно? Убираем седину. Оно? Оно цепанул. Та! Ай, черный взял. Случайно. Застой, подожди, еще чуть-чуть. Один. А! Достал. Вот он, воин. Забираю. Туса вокруг себя Боня собрала. Смотрите. Все пришли поглазеть на нее. Катюха! Она хочет, чтобы ты с ней что-нибудь сделала. 100%. Оно? Ну, Боняша, звезда танцпола. А ну, дай джазу. Дай джазу, родная. Что здесь? Пошла вечеринка дальше. Ты что, себя с днем рождения поздравляешь, что ли? День рождения, да. С ума сошел, что ли? Это вот так вот нужно выпрашивать поздравления к себе на день рождения, да? Наталья, вы все время ловите меня и задаете мне какие-то глупые вопросы. Да. Давайте, вот хотите, я вам задам глупый вопрос какой-нибудь? Легко. Вы не можете глупый задать вопрос. А могу. А, Наталья, вам сколько лет?
сколько есть, все мои. Зачем вам это нужно? 24 ей. Что происходит? Все на мне хайпят. 24 ей, я знаю. 24 с половиной. Нет, это, знаете, это у каждого должна быть страшная подруга, и у каждого должен быть Николай Долженков, потому что рядом с ним всегда 18.